Всем привет, ребятки, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на новое видео. Сегодня я вам расскажу топ-10 секретных и крутых фактов про эндермена, которые вы не знали. Ну, не все, наверное, вы не знали, но некоторые из них вы точно не знали, потому что они очень интересные и очень-очень секретные. Так что давайте, если мы наберем здесь с вами 200 лайков, то выйдет сразу же следующий видеоролик в ту же секунду. Так что давайте дерзайте, это очень маленькая сумма для вас, я знаю, поверьте, вы можете. Мы можем, так что я вас очень сильно люблю, комментируйте, лайкайте и подписывайтесь, если вы здесь впервые, а мы погнали вперед! Ну что же, ребятки, начнем. Эндермен, оказавшись в такой вот западне, не сможет никуда телепортироваться, выбраться. Во-первых, он в паутине, а во-вторых, он скован прутьями. Так что никуда он не денется. Если же вы будете в режиме наблюдателей, нажмете на Эндермена, то вы сможете увидеть то, что видит сам Эндермен. И как вы поняли, он все цвета видит в инверсии. В его версии Эндермир выглядит с коблстоуна с небольшим белым оттенком. Как вы уже все знаете, я надеюсь, что знаете, эндермену пофигу на вас, когда вы оденете на себя голову тыквы. Но знали ли вы, что эндермен может снять ее прямо у вас с головы, если же вы стоите где-то сбоку от него? Группа эндерменов, которые заспавнились вблизи от вас, называется группа охотников, и они в любую секунду могут напасть на вас. Вы никогда и ни за что не сможете попасть стрелой в эндермена, это попросту невозможно. То же самое дело с яйцом и то же самое дело со снежками. Звуки, которые издает эндермен, когда он вблизи от вас, это всего лишь слова, перевернутые задом наперед или же немножечко звукоизмененные. В основном это слова такие как твои дела, привет, это навсегда, вот твой путь и оу-оу. Создавая эндермена, Ночь вдохновился таким персонажем, как Слендермен. В хэллоуинском текстурпаке Minecraft Xbox 360 Edition скин Эндермена был заменен на скин Слендермена. Редко на начале дня Эндермен может появиться с зелеными глазами и издавать черный дым. Он также может загореться при свете дня и будет издавать звуки такие же, как зомби. Когда вы кинете в Эндермена зелье невидимости, то его частицы и глаза будут все еще видимыми. На этом все, с вами был я, Неркин, надеюсь, вам понравился этот видеоролик, и если мы с вами наберем здесь 200 лайков, то выйдет сразу же следующее видео, так что подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Люблю вас!